Доброе утро! Меня зовут Олеся Теребей, я адвокат. И если у вас есть вопросы, вы можете их направить на адрес электронной почты либо студийный вайбер, указанный на экране. И я с удовольствием отвечу на них в следующих выпусках. Могут ли в Беларуси ликвидировать агроэкоусадьбу? 1 января 2023 года в Беларуси вступил в силу указ президента от 4 октября 2022 года номер 351 о развитии агроэкотуризма. С момента вступления в силу указа номер 351 у местных исполкомов впервые появилось право ликвидировать агроэкоусадьбы. На сегодняшний момент деятельность агроусадьбы может быть ликвидирована по двум основаниям. Первое – это на основании письменного уведомления владельца агроэкоусадьбы, которое направляется в исполком. И второе – это на основании решения местного исполнительного и распорядительного органа, которое может быть принято в двух случаях. Первое. В процессе деятельности агроусадьбы выявлены несоответствия ее требованиям указа номер 351, что подтверждается письменным заключением местного исполкома. И второе. Это систематическое два и более раза в течение календарного года нарушение требований действующего законодательства. Местный исполком направляет свое решение о прекращении деятельности агроэкоусадьбы в течение 5 календарных дней с момента его принятия. Агроусадьба считается прекратившей свою деятельность с момента вынесения решения исполкома.